В Мариупольском парке дикой природы исчезают птицы. Сотрудники зоопарка бьют тревогу, ведь только за последние полгода из-за живодеров зоопарк потерял 6 лебедей и самку пеликана. Подробности у Елены Улановой. Парк дикой природы в Кальмиусском районе Мариуполя в своем роде единственный в Донецкой области. Кроме зверей, на его территории проживает несколько десятков разновидностей птиц. Пернатые свободно передвигаются по территории зоопарка, не боясь посетителей. Подкормиться сюда слетаются птицы со всей округи. Чайки это у нас домашние. Они у нас пришли, поели, ушли. Каждое утро, обед они у нас. Фазаны приходят к нам, дикие. Тоже все здесь кушают, все живут на территории зоопарка. Пеликан Филипп с обидой смотрит на сотрудников зоопарка. С водолюбивой птицы вольер не по душе. В теплое время года он свободно плавает в реке Кальчик, удивляя и радуя горожан. Временно на зимний период, чтобы и лапки у него не замерзли, мы его пересадили вот в такой вот вольерчик до весны. Затем он будет выпущен и также будет летать по-прежнему. Раньше Филипп был совсем ручной, говорит Наталья. Но в прошлом году трагически погибла его подруга. С тех пор Филипп стал доверять людям. Он стал очень плохо кушать. Было видно, что птица полностью отдаляется от человека. То есть доверие было потеряно. Самку пеликана убили, уверен директор зоопарка Савелий Вашура. Мы вскрытие сделали, посмотрели, она вся была синяя, палками побили. Я же вообще рассчитывал на то, чтобы оно все у нас было на свободе. Птицы должны все летать, но эти зайцы, кролики должны тоже все бегать. Также в прошлом году зоопарк потерял 6 лебедей и нескольких павлинов. Садисты жестоко расправились и с ними. Елена Уланова, Сергей Чакрыгин, телеканал «Донбасс».